Всем привет! И сегодня у нас новый заказ Too Good To Go в магазине Альнатура, немецком био-супермаркете. Я заказала на сумму 3,90 из 10 возможных евро, так называемых, 10 перечеркнуто, 3,90 сумма, та, которую я заплатила. И посмотрим, что будет. А также хотела вкратце рассказать о рейтинге, который есть. Чаще всего люди ставят разные оценки. И это 3 звезды, 4 звезды или 5 звезд. 5 звезд я, честно говоря, не видела. Если Тугу-Тугу оценили 4 звезды, причем больше 80% оценили на 4 звезды, означает, что продукт хороший, покупать точно стоит. Если же продукт оценен на 3 звезды, и больше 80% опять же оценили его на 3 звезды, тут уже спорный вопрос, то есть может быть хороший Too Good To Go, может быть так себе, не очень. У этого Too Good To Go, который сегодня я беру, рейтинг был 3 звезды, 88%, поэтому можно ожидать чего угодно. Посмотрим, я в предвкушении. Ну что, мои дорогие, я сейчас нахожусь в Too Good To Go, точнее в магазине Альнатура, и хочу забрать мою Too Good To Go. Вот он так выглядит. Очень такой уютный. И вот идет уже мужчина, мне сейчас все принесет, поэтому не снимаю пока. Всем привет! Ну и что, посмотрим то, что все-таки я получила в Too Good To Go. Это вот такое количество артишоков. Раз, два, три, четыре. Да, потом это у нас какие-то вкусные, возможно, батончики. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Батончик непонятного качества и срока годности. Хорошо. Следующее это у нас вот такие. Ой, хрен что ли, не знаю. Морковь какая-то белая. Баклажан и брокколи. Одна штука. Ну, так что вот смотрите, стоит это того или не стоит покупать на 3 евро. Мне кажется, что не так себе. Ну, так себе, и поэтому не очень стоит.